После матча пресс-конференции «Родина М» «Динамо Вологда» главный тренер команды «Родина М» Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, с завершением сезона и ваше резюме по сегодняшней встрече. Спасибо. Ну, обидно, что не выиграли этот матч. Могли выиграть, я так скажу, должны были. Больше контролировали. Обидно то, что конец чемпионата, последняя игра, завершение уже. Хотелось как бы завершить на позитиве. Знаете, у нас была беспроигрышная серия. И хотелось, конечно, победы. Можно отметить ребят сегодня, которые как бы отдавались, понимали. Спасибо им большое за ту работу, которую мы с ними провели. Я думаю, они будут расти и дальше. Знали ли про рекордную серию в клубе? 6 побед подряд. Да, мы знали, конечно. Хотелось, я же говорю, хотелось, но немножко не дотянули. Ну, ничего страшного, все победы впереди. И спасибо еще раз, скажу так. Мы благодарим, скажу так, от тренерского штаба. Спасибо большое им за тот профессионализм, который они проявляли. Те, которые они, как сказать так, то, что они выполняли на футбольном поле, и то, что они понимали, я думаю, им в будущем это все пригодится. Насколько по сегодняшней игре сказалось то, что второй тайм провели более агрессивно, нежели первый? Ну, как вы знаете, мы во втором тайме сюда прибавляем и указываем на ошибки ребятам. И можно сказать так, сегодня мы доминировали на футбольном поле почти на всех участках. Ну, как бы не, можно сказать, Вологда сделал один удар и забил гол со стандарта. Обидно, конечно, но это футбол. Я думаю, все будет впереди, победы у ребят большие. И как бы рост... У них весь все будет впереди. На 93-й минуте седых волос прибавилось тренерскому штабу? Ну, было немного, да, так. Ну, ничего страшного. Это футбол, тем он интересен. Что ты не можешь сказать, что будет на последней, на первой минуте. Я думаю, футбол тем интересен. Команда завершила сезон, но в отпуск не уходит. Какие планы у команды на ближайшее время? Как бы у нас запланировано три игры, и будем просматривать также ребят, вы знаете, что с академии, потому что у нас есть молодые ребята, которые также перспективные, которые будут пополнять Родину М. Им будет дан шанс проявить себя в последующих играх. После матчевой пресс-конференции «Родина М» «Динамо Вологда» главный тренер команды «Динамо» Свечкарь Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, с завершением сезона ваш комментарий по игре. Да, завершением сезона и болельщиков. Сегодня была прекрасная атмосфера на стадионе благодаря вологодским болельщикам. Отдельно нужно выделить, поблагодарить, выразить уважение. По игре боевая ничья. Мы понимали и не удивились благодаря прекрасной работе тренерского штаба. Я знаком с штабом. Команда играющих хорошая, поэтому да, ничья, да, мы хотели выиграть. Но понимали, что будет тяжело, поэтому, несмотря на не сильную мотивацию турнирную для обеих команд, игра получилась очень интенсивной, жаркой, эмоциональной. Вот. Первый тайм провели, казалось, сильнее, чем второй. С чем это связываете? Хороший вопрос. Одной такой причины нету. И мы немного там что-то скорректировали, но и Родина определенную вещь скорректировали. Были какие-то ошибки индивидуального характера или проявления профессионализма, которые на это влияли. Но в целом обе команды пытались друг другу переиграть, найти слабые места. Поэтому много факторов. Как отреагировали на эпизод уже в добавленное время, когда ваша команда пробивала штрафной? Прошлую игру выиграли на 92-й минуте, поэтому не удивились бы. Было бы красиво и сейчас выиграть, но да, был хороший момент. Ну, так, к сожалению, получилось. Было бы красиво, да, выиграть на последней минуте. Насколько удобно вашей команде играть при дожде? Наша погода. А удалось ли погулять по Москве? Нет. А хотелось бы? Это нужно, этим заниматься нужно после сезона. Сейчас все мысли были, да. Тут вопрос был в том, чтобы правильно команду подвести, максимально проявив профессиональные качества,
не думать ни о каких гуляниях, чемоданах, а сыграть последнюю игру, все остальное после. Динамо Вологда с завтрашнего дня в отпуске или еще пока нет? Нет, возвращаются в Волгу, рабочий режим, командное мероприятие.